сейчас у меня в руках находятся фрагменты керамики эпохи бронзы. Этот материал является самым массовым. И потом уже при камеральной обработке археологи долгими зимними вечерами собирают, ну, как мне школьники на экскурсиях говорят, пазлы из таких вот фрагментов. И получаются уже целые формы сосудов, которые вот у нас здесь представлены. Для эпохи бронзы характерно, как правило, плоское дно для керамики. Ну вот здесь вот у нас дно уже утрачено, да, поэтому вот получается сосуд как бы не целый, вот так вот нужно на него смотреть. Очень интересную, большую информацию представляет внутренность сосуда, хотя, казалось бы, она не орнаментированная. Здесь у нас нагар на керамике, то есть с помощью химии мы можем выяснить, что за варево тут было поставлено в этом сосуде. Например, может быть, это была молочная пища или мясная, какая-то с большим содержанием жира, а может быть, просто какая-нибудь каша травяная, да, таким образом.